День спасателя начинается с того, что спасатель прибывает на рабочее место без 28. Построение у нас на развод начинается без 10. Так, наряд на службу. Сегодня у нас 15 часов, заступаем. Первое отделение, командир Демьян. Я. Вишневский. Я. 34-й, Яскей. Я. 8.00, начинается сам развод. Начальник подразделения зачитывает нам оперативную информацию, которая произошла за сутки прошедшие. Принимается пожарная вернеспасательная техника, оборудование. Поднимаем дежурство. При заступлении на дежурство проводится проверка номер один аппарата в нажатом воздухе. Это необходимо для того, чтобы проверить работоспособность, чтобы аппарат не дал сбой. Каждый сотрудник принимает свой аппарат, который за ним закреплен, с чего записывается журнал проверки номер один об исправности аппарата. После приема оборудования у нас начинается проведение занятий. Личный состав записывает в конспект, изучает самостоятельно, готовится, что-то подсказываем. Молодым больше даем информации. Занятия нужны для того, чтобы повышать свою боеготовность, учиться и становиться профессионалами. Это пункт связи части, сюда поступают все звонки по Минску. Вот у нас есть пункт высылки машин, все подразделения. Тут смотря какая ситуация, пожар, химическая, водная тревога. Машину отсылаем отсюда, пишем путевки, и они уже едут непосредственно на выезд. Автолестница. Кобра. На выезд. Поступил вызов, и мы спешим на помощь.